доктор Шопов, помогите, болит голова и горло. Где моя банка с мочой? Итак, как вы поняли, нам понадобится моча, желательно свежая. Окунаем руку в мочу и мокрой рукой начинаем втирать виски. Втираем очень равномерно, чтобы вся мочевина впиталась, чтобы сильнее впиталась. И надо быстрее, быстрее втирать виски. Если у вас болела голова, то через 15 минут вам должно стать легче. И лобик главное, лобик втирать равномерненько. А если голова сильно болит, то можно выпить немножечко ее и вовнутрь. И немножечко в корни волос. В корни мочевину вашу, в корни. Вот я чувствую, даже мне легче сейчас становится. А если болит горло? Как вы помните, у нас на это дело есть тот волшебный огурец, который не нужно было выкидывать. Вот он! Из глубин зада. Кидаем его в кружку, заливаем мочой и пьем 3 раза в день эту настойку. И вам должно полегчать. С вами был доктор Бжопов. Лечимся, черт его побери. Лечимся. Да.